сегодня стало известно о смерти популярной актрисы. Не стала актрисой кино и ТВ, режиссера и продюсера Стеллы Стивенс. Печальной новостью поделился сын актрисы. Он рассказал, что Стелла Стивенс страдала болезнью Альцгеймера. Стелла Стивенс считалась одной из самых красивых женщин планеты. В конце 50-х годов она подписала контракт с киностудией 20 век Фокс, но спустя полгода расторгла его ради студии Paramount Pictures, а позже актриса подписала соглашение с Columbia Pictures. Первым крупным успехом Стеллы Стивенс стал мюзикл 1959 года «Крошка Абнер», за роль в котором она получила премию «Золотой глобус». Затем Стелла Стивенс начала появляться на обложках модных журналов, что прибавило ей популярности. На протяжении 60-х и 70-х годов актриса активно снималась в кино. Свои самые знаковые роли она сыграла в фильмах «Девушки, девушки, девушки», «Сумасшедший профессор», «Глушители», «Приключения Посейдона» и в других. С конца 80-х карьера Стеллы Стивенс пошла на спад. В этот период она в основном снималась в низкобюджетных фильмах, среди которых «Женщины за решеткой», «Чудовище в шкафу», «Проклятые» и в других. Также многим она знакома по ролям в мыльных операх «Главный госпиталь», «Детектив Нэш Бриджес» и «Санта-Барбара». Стелла Стивенс умерла 17 февраля на 85-м году жизни.